Когда ты начинаешь что-то свое, будь это бизнес, продажи на маркетплейсах или даже новая профессия, у тебя всегда есть два варианта. В первом случае – научиться на своих ошибках, на своей практике и после чего наконец-то разобраться в конкретной теме и стать в ней профессионалом. А во втором случае – не нужно тратить несколько лет на обучение, на ошибки и самое главное – в случае со своим бизнесом и маркетплейсами – потери своих денег. Можно просто пойти на обучение, где тебе расскажут и скажут, что необходимо делать, как все работает, и ты сэкономишь драгоценное время и бюджет. Ровно для этого уже год подряд мы делаем обучение по Озон. Делаем его как для действующих селлеров, так и для новичков, создавая самые полноценные практические уроки, которые ты только можешь найти в интернете. И в этот раз я также хочу рассказать тебе о моем полностью новом курсе по Озон. Впервые курс по Озон вышел год назад. За это время прошло уже 4 версии, вот-вот будет 5-я. Мы обучили более 1000 учеников. Мы собрали крутейшее комьюнити из классных ребят, которые помогают друг другу, но самое главное, мы улучшали обучение каждую версию, не просто стагнируя на одном месте и не меняясь, а создавая новые уроки, новые модули, делая прямые трансляции, когда не получалось. В общем-то, делая все, что необходимо для того, чтобы ваш результат был гораздо лучше от того, который был у прошлой версии. Поэтому и в этот раз вас ждет целых 2,5 месяца практики на своем личном магазине, но только помимо этого мы снова добавили новые уроки. Если раньше вам приходилось ждать только своих разборов, то теперь в рамках обучения для того, чтобы всем было удобнее учиться на своих ошибках, будут некие онлайн-трансляции, на которых мы будем в каждом модуле разбирать то, какие ошибки не стоит допускать, для того, чтобы можно было на наглядном примере понять, как действительно все работает и быстренько поправить это в своем практическом задании. И несмотря на то, что обучение давно стало очень крупным, я все еще продолжаю проверять домашние задания самостоятельно. Все практические задания, которые ты выполнишь в рамках этого обучения, проверю лично я и дам свою оценку и рекомендацию по тому, стоит ли закупать такой товар, нужны ли такие карточки, на как у тебя вообще дела обстоят с рекламой и как их можно улучшить. На обучении можно написать мне в абсолютно любой момент, отметить меня в чате, ну а помимо этого у нас также появилась улучшенная поддержка, где если ты не сдашь практическое задание после урока в определенный срок, тебе сам напишет менеджер и спросит, какая помощь тебе необходима для того, чтобы точно закрыть все твои вопросы и для того, чтобы у меньшего количества людей была ситуация, когда они не понимают, что делать, и при этом не хотят звать поддержку, чтобы не показаться глупыми. Мы создаем обучение, поэтому казаться глупым иногда нормально. Но самое главное делать это и делать так, чтобы в дальнейшем узнавать все новые и новые фишки, которые будут помогать тебе зарабатывать. А теперь давай непосредственно к сути. Какие товары до сих пор можно начать продавать на Озон для того, чтобы продолжать зарабатывать? И если мы посмотрим с тобой на мой прошлый закуп, который был сделан всего месяц назад, то мы увидим то, что до сих пор можно находить товары, у которых будет 22% маржинальности. И это нормально. Помимо этого, 100-150 ROI до сих пор является успехом. То есть буквально, вложив 100 тысяч рублей, можно все еще заработать 100 тысяч рублей. Кто-то вкладывает больше, кто-то меньше. Но самое главное, на что нужно ориентироваться, это то, что маржинальность на самом деле практически не упала. А из-за того, что реклама стала дешевле, получается даже лучше, потому что общие рекламные расходы на Озон упали за последние 2 месяца. И давай сразу перейдем к сути обучения. Что тебя ждет? В первом модуле мы расскажем, как искать товары, на которых до сих пор может быть 20% маржинальности, более 100% ROI. И это не сказка. Эти товары до сих пор существуют. Даже посмотреть на мой последний закуп, товары с 25% ROI, они есть, они продаются, и это нормально. И это причем не считая того, что рекламные расходы за последние 2 месяца на Озон упали кратно. И средние рекламные расходы сейчас составляют в районе 15%, а не 20% в таких товарах, допустим, как наши, хотя раньше эту планку было очень сложно переступить. При этом на курсе вам не нужно будет ничего выдумывать. Мы дадим вам нашу юнит-экономику. Мы расскажем и как делать анализ конкурентов, как проверить товар, чтобы точно не ошибиться, и даже дадим готовую базу карго. При этом не рекламную, а собранную силами наших учеников. И самое важное, у каждого из этих бонусов будет пожизненное обновление. То есть буквально, пока мы будем обновлять эти продукты, вам не нужно будет за них доплачивать. Именно за шаблоны, потому что шаблоны мы будем раздавать вам в дальнейшем абсолютно бесплатно. Помимо этого, уроки подбора товара, они не только про то, как заказать дешевый товар из Китая. И это очень важно. Даже если у вас свое производство, вы продаете дорогие товары, вы создаете свои бренды, эти уроки не будут для вас лишними. Мы отдельно упоминаем и то, как подбирать товары тем, у кого производство, как не ошибиться, как увеличить свои шансы на успех. Помимо этого, рассказывая, конечно, и о рисках в каждом из
вариантов. Но самое главное, даже говоря о подборе товара, независимо от того, какая у вас ситуация, в модуле подбора товара вы найдете достаточно информации для того, чтобы узнать для себя что-то новое. В этой версии мы также дадим вам скидку 20% постоянно на аналитику. То есть раньше мы давали 7 дней, но это не особо ликвидно, потому что обучение идет 2,5 месяца, и как бы получается, что вы тестовым периодом попользовались, а после чего у вас нету никаких скидок и покупать тариф неудобно. Мы же сделали немного иначе. Теперь мы выклинчили скидку у Sales Finder, чтобы у каждого из вас после регистрации была постоянная скидка 20%. То есть буквально не на один раз, а вы сможете использовать ее все время. Соответственно, сэкономив более 10 тысяч рублей, если будете использовать эту систему больше года. Ну и, конечно, стоит рассказать о том, какие уроки вас, в принципе, ждут. Есть базовые уроки для новичков. Там банальное про то, как открыть ИП, зарегистрировать магазин и вот это все. Но, опять же, этим уже никого не удивишь, и мы до сих пор добавляем это в обучение, просто чтобы вам, если вы вдруг совсем начинаете с нуля, не пришлось самостоятельно гуглить. Помимо этого, расскажем все про заполнение карточек. Больше не нужно будет тратить по 20 тысяч на дизайнеров и так далее. Мы расскажем и как сделать по шаблону свою инфографику, буквально за 10 минут. И как сделать SEO-оптимизацию в нейросети, буквально за 10 минут. Как вообще не запариваться с карточками, но при этом иметь стабильные продажи. Про все это мы будем говорить гораздо подробнее. А после расскажу совсем новую информацию про то, как правильно продвигать товары сейчас. Сейчас можно сделать рекламу гораздо дешевле. И поэтому в обновленной стратегии я расскажу о том, как сейчас мы пользуемся PVP, и спойлер совсем по-другому. Как сейчас можно пользоваться трафаретами, какие компании нужны, какие нет, какие ставки ставить и вообще какая стратегия подойдет конкретно под ваш товар. Но это еще не самое важное, ведь все, кто придет на наше обучение, получат закрытый доступ к нашему сервису по аналитике рекламных отчетов. Вам больше не нужно будет делать их руками. Мы дадим вам это абсолютно бесплатно, минимум на месяц, пока у вас будет обучение. Буквально отчет можно будет сделать за одну кнопку, и самое главное, этот сервис нельзя еще даже купить. Но вы сможете быть первым, кто им начнет пользоваться, кому он поможет, и вам даже не нужно будет за него платить. Ну, помимо этого, конечно, расскажем и как делать отчеты вручную, и самое важное, это то, как делать ставки на основе отчетов, как менять рекламные кампании для того, чтобы вы в минус не торговали на протяжении целой недели, а потом узнавали, что потратили на рекламу еще с десяток тысяч рублей, которые уже, к сожалению, никак не купить. Как итог, главная наша задача на обучение будет сделать так, чтобы вы начали продавать свои товары в плюс. Независимо от того, вы пришли с товарами уже, у вас не было товаров и вы закупали их по обучению, или же вы решили им смиксовать и закупить свои товары и товары из обучения, наша задача сделать так, чтобы к концу обучения вы начали продавать в плюс. Независимо от того, придется вам скинуть ваши товары в ноль или нет, продавали вы в минус до этого или нет, и вообще продавали или нет. На все эти вопросы нам не нужен ответ, потому что мы будем идти всегда по одной стратегии, которая зарекомендовала себя на уже более чем 1000 учеников, которые прошли наше обучение и писали огромное количество положительных отзывов про то, как работает эта стратегия. И завершая блок видео про то, какие модули тебя ждут и все остальное, хочу напомнить, что я сейчас рассказал только о двух остальных. На самом деле у нас будет более 90 уроков, будет и про аналитику, и про конверсию, и даже про поставки, опять же, для самых новичков. Наша задача сделать так, чтобы у тебя никогда больше не осталось вопросов по озон. При этом, помимо самого обучения, как я и сказал, ты получишь более 20 бонусов. С бонусами, у которых будут безлимитные обновления. Каждый раз, когда мы будем их обновлять, ты будешь получать новые материалы, независимо от того, сколько прошло с момента обучения. Помимо этого, ты будешь иметь доступ ко всем бонусным закрытым трансляциям со мной, где я буду разбирать ситуацию других учеников, для того, чтобы тебе было гораздо лучше понимать, как все устроено на самом деле. Ну и давай сразу к тарифам. Это будет самое интересное, потому что в этот раз мы сделали огненную скидку на 24 часа 10 тысяч рублей и сделали 3 отдельных тарифа именно для прохождения курса, и помимо этого 2 тарифа, где можно более тесно поработать с нами, из-за чего это будет гораздо более полезно. Первый тариф, которым ты можешь воспользоваться и в рамках которого пройти обучение, это тариф подбора товаров и рекламы. Тут все просто, всего 2 модуля, 30 дней доступа для тех, кто уже все знает, но при этом хочет освежить свои навыки по рекламе и подбору товара. Второй тариф, который есть у нас на протяжении всего времени, это все и сразу, или как правильно называется на сайте, продажи на максимум. Там все просто, у тебя будет с 1 по 7 модуль, то есть все модули, которые связаны с продажей товаров, и у тебя вообще никаких вопросов касаемо озон точно не будет. При этом я развею миф, то что даже если вы действующий селлер, то всем советую идти на все и сразу. Гораздо больше практических заданий, гораздо больше обратной связи, то есть вы просто больше узнаете, потому что у вас получается где-то на 60 уроков больше, которые, конечно же, вам помогут. И не нужно думать, что я вот уже все знаю, но освежу тут знания по рекламе. Реклама на озон
сезон – это не только продвижение в рамках рекламных кампаний, это и подбор товара, это и карточки, это, в принципе, огромный пласт работы, который весь взаимодействует с собой и получается продвижение. Поэтому всем советую идти на все и сразу. Также есть отдельный тариф для менеджера. Для менеджеров у нас есть две крутых фичи. Во-первых, мы можем помочь вам с практикой в магазинах наших учеников. Помимо этого, мы можем помочь вам с практикой в наших магазинах. И самое главное, если вы отлично справлялись с домашними заданиями по ходу обучения, вы можете рассчитывать на бесплатную рекламу в наших чатах и телеграм-каналах, а помимо этого, на устройство на работу именно в наше агентство. Например, даже сейчас мы ищем менеджера в свой магазин и подборщика товаров, которым, возможно, можете стать и вы. И два более дорогих тарифа, о которых тоже стоит подробно рассказать, это сопровождение, где мы 2,5 месяца имеем с вами общий чат в телеграме, в котором вы можете задавать сколько угодно вопросов, а мы сколько угодно раз ответим вам. И сопровождение длится 2,5 месяца. И тут важный момент, нужно понимать, что в эту работу нужно будет быть включенным, потому что независимо от того, вы сделали свои задачи или нет, или вы вообще решили забить и поехать с друзьями на шашлыки вместо работы, сопровождение заканчивается через 2,5 месяца. Этого срока вполне себе достаточно для того, чтобы успеть сделать все. И самое главное, мы продлеваем доступ к сопровождению тем, у кого действительно работал все это время и просто либо не успел, либо результат не очень хороший, по нашему мнению. Либо же, например, если вам задержат товар в Китае, переживать не стоит. Но если вы сами решили откладывать задачи, которые у вас были поставлены и на которые есть сроки, то тогда срок сопровождения заканчивается. И тут нужно понимать, что если вы готовы к интенсивной работе, приходите на сопровождение, средний процент успеха там действительно больше, потому что и у меня будет доступ к магазину, и у нашего менеджера, и мы будем вместе с вами разбираться в рекламных отчетах, в том, какие у вас ошибки на примере именно вашего магазина. И поэтому, конечно, здесь будет гораздо больше эффект. А помимо этого, в этот раз мы добавили также групповое наставничество. Групповое наставничество я запущу только один раз. Зарегистрироваться на него можно до 14 июня, и там будет всего 10 мест, до 10. Самое главное, что на наставничество я беру не всех, можно будет пройти анкетирование по ссылке в описании, и после чего, если мы решим вас принять, то тогда на оплату у вас будет 48 часов. Почему я решил так сделать и почему именно групповое? Потому что когда у нас было наставничество, это были самые крутые кейсы. Буквально у нас каждый месяц рождался магазин, у которого был оборот 1 000 000 рублей, буквально за первые несколько недель или месяц, как мы начали продавать. Мы хотим повторить этот успех, но сделать немного в другом ключе. Мы хотим сделать это в группе, где будут 10 человек, 10 человек будут интенсивно работать, от себя обещаем то же самое, и вместе, в десятером, мы будем разбирать ошибки друг друга, мы будем смотреть, как кто торгует, разбирать его и успехи в том числе, и после чего в конце вы выйдете не просто со знаниями, которые вы получали наедине со мной, а со знаниями в команде из 10 людей, которая так же, как и вы, работала. У всех будут и успехи, и поражения, и самое главное, изучение их. Да, во время обучения на наставничестве вам придется показать какие товары другим ученикам, но это и не важно, потому что на наставничестве, помимо цели продать товар и заработать, у нас будет цель получить тот опыт, который вы, к сожалению, не можете получить на курсе, так как там не будет созвонов, там не будет такого тесного комьюнити, все скрывают товары, поэтому сложно разбирать ошибки друг друга, а в наставничестве мы с вами будем созваниваться раз в неделю, созваниваться мы будем со мной и остальными 10 участниками, и после чего прям поэтапно разбирать каждую ситуацию, обсуждать, что с ней можно сделать, и впитывать все, что необходимо. Опять же, в наставничестве тоже нужно быть готовым к интенсивной работе, но самое главное, что результат также будет лучше, плюс еще созвон раз в неделю от 2 до 4 часов, которые мы запланируем на время, которое выберет большинство участников. Переходи по ссылке в описании, регистрируйся. Ну и самое главное, я тебе не сказал. У тебя есть только 24 часа, чтобы успеть купить обучение со скидкой 10 000 рублей. Старт уже через 2 недели, поэтому не томи, не думай о том, что будет завтра, а вот может быть потом как-нибудь, потому что сейчас ты можешь купить это обучение буквально дешевле, чем, возможно, ты сейчас сливаешь на рекламе. Ссылка будет в описании, переходи, регистрируйся. Сейчас скидка 10 000 рублей, она применена на сайте, а мы увидимся с тобой уже на обучении. Пока что посмотри прошлое видео. Пока.